Приветствуем Павла Лобкова. Слышно ли нас? Паш, скажи что-нибудь, пожалуйста. Я бедная колбаска, гулял я в лесу и встретила большую-большую колбасу. Всем привет. Ну вот, собственно, да, я рассказал историю, как ты мне изложил свою концепцию про молодежь, отказывающуюся говорить по телефону. Почему это утрата речи, по твоему мнению? Ты знаешь, мне кажется, что это вообще чудовищная вещь, потому что вообще спецвоенная война, да? Да? Она началась не сегодня. Она началась, я думаю, что в феврале 2020 года с коронавируса. Да, конечно. Когда людей расселили по отдельным хатам и... У тебя такой галстук изумрудный. Еще привет-привет, да. Если бы Путин не сидел на карантине один, не было бы специальной военной операции? Вполне возможно, что и не было бы. Если бы он общался с людьми, вот сегодня, ровно сегодня. Я познакомился в гей-чате. Я говорю, позвони голосом. Вот мой телефон, вот мой номер. Нет, я не хочу, чтобы мой голос где-то остался. Он уже боится, что его голосовые следы... Ты знаешь, в чате пишут, что это был Юрий Дудь.